Привет, дорогие друзья, меня зовут Рэм, и сегодня со мной утенок Джек и Градус, и здесь мы собрались для того, чтобы записать классный спидран... Стоп, Градус, что у тебя со скином? А, не знаю, редизайн, все, новый скин. Все, серьезно, ребята, пишите в комментариях, как вам, но старый был, конечно, все-таки получше. Ладненько, у нас сегодня необычный... А? Он был голый. Сегодня у нас необычный спидран, как вы могли заметить по названию и превьюшке, потому что сегодня я стану человеком могу. Чем муравьем. Вот как-то так. Поэтому, ребята, советую вам приготовиться. Угу. Мы готовы. Как вы помните, я могу пользоваться этим костюмом только 4 раза. Ну что ж, как только я побегу, игра начнется. Так, так, джунгли, да, значит, у нас. Дадим ему фору. Нет. Ты знаешь, Райм чаще всего проигрывает в играх больше всех. Он уже начал. У него костюм и так крутой. Да я вижу, я вижу. Мы его вряд ли сможем пробить, конечно. О, вот он мелкий стал. Так. Пока он мелкий, не поймаем его, наверное. По компасу, беги по компасу. И да, параллельно добывай дерево. Я да это уже делаю, дам. Так, он где-то вот между нами с тобой. Он где-то здесь, он под нами. Я твое бревно подобрал, Градус. Ах ты засранец. Я, кажется, увидел его ник. И вот он бежит. Бей, гаденыш, он так пищит смешно. Он так орет, как ты, наверное. Райм. У меня есть даже какао-бобы. Они, наверное, с Райма выпали. Он так испугался. Ну ты Джек, ну ты приколишь. Джек, ты такой Джек, да. Ну, я уже готов, кстати, бревен достаточно, Градус, 5 штук. Да в смысле? Давай. Тупые джунгли, что же тупая генерация? Кто ее придумал вообще сделать? Пошли этого искать. Подожди, я делаю инструменты. Погнали, погнали, погнали за компасом. Не надо, по ребята, компасу, не надо, компасу. Пожалуйста. Он где-то здесь, он далеко не мог идти. Он на горе, скорее всего. Давай, давай, активнее, активнее работай. Нет, 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 нет. Так, 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 ребята, пока я не убегу, я не могу это самое становиться большим, потому что это будет полный капец. Ай-яй-яй, было больно, было больно. Что там, Райм, ты так пыхтишь? Да, блин, сложно, мне стрёмно, мне реально очень и очень стрёмно. Но на самом деле, то, что я мелкий, есть огромные минусы, черт, каменный век, это плохо. Знаешь, Райм, самая главная проблема в том, что ты слишком рано начал переживать. Еще нечего переживать, ни у кого ничего нету, все в равных условиях. У нас же нету пока что алмазок каких-то, а у тебя это ты. Ты бежишь, боишься. А у тебя ты бойся, броня бойся. Хреновая, правильно, да. Это броня, бойся, в принципе, я должен выкинуть после того, как четвертый раз использую костюм, поэтому... Так, где вы, где все, погнали за ним, погнали за ним. Я думаю, это плохая идея, ребята, все-таки не стоит за мной бежать, может, все-таки не надо, реально. Раз, ты Ой, Раймушка, ты трусишка, реально. Да, ты правильно это сама оговорился. Нет, Градус, он не боится, он готов рвать тебя прямо сейчас. Ребята, у меня для вас кое-что еще припасено, так что... О, арбузик, забирай. Еда нужна. Так, вы еще только где арбузы, господи, я уже от вас убежал. Мы тебя нагоним быстро, не переживай, малыш. Блин, надо же было нам все-таки выбрать стартовым биомом джунгли. Да, блин, мы начали прям там, где и заспавнились, это хорошо. И где как же этого тут мелкого найти? Давай, это не переживай, просто гонимся. Рай, солнце, ты там где? Ты, наверное, там в шахте что-то добываешь, да? Признайся честно. А я думаю, он голодный и холодный, устал уже. Я какой-то, я пришел в какую-то шахту. Обновка. Ну хорошо, так, что не железная, слушай. Ты далеко ему до железной. Все на... Ах, на лодке плывет засранец. Ну ладно. Ты увидел его, да? Да, давай ко мне быстрее. Я бегу. Тут был корабль! Я его зовут. Черт! Так, мне надо найти деревню. Срочно найти деревню. Так, Градус не отстал. Это следи за ним, следи за ним. Я бегу так по компасу. О, тут куча железа. Отлично, железо 13 штук. Ты что, черт, нет? Железо это фигня. Погнали, фигура. Я за ним. Mm-hmm. Я не буду его отпускать. Я вижу тебя, Градус. Я сейчас... Мне хватит и на инструменты, и на щиты нам. Я сделаю щиты. Ребят, у меня еще вот эта вот штука припасена, поэтому я думаю, многие из вас знают, что это. Увеличитель, уменьшитель, да, все верно. Mm-hmm. Я газую, Градус, за компасом. Погу. Давай. У меня есть безумная идея, ребята. Вот так вот делаем. Так, отлично. Райм, знаешь, что самая проблема? Вот когда ты это все комментируешь, ты можешь, в принципе, сейчас замутиться, чтобы общаться со своими зрителями, но не сообщать информацию нам. Не переживай, Градус, у меня все схвачено, я ничего лишнего тебе не скажу. Да? У нас тоже все схвачено. Да, я вижу, я все абсолютно хорошо вижу. Блин, я так переживаю, это капец. Он под водой где-то. Я? С дельфинами. Я к тебе приплыл. Он тут лодку оставил, короче. А, черт, на хвосте у меня, да, Градус? Давай, Градус, быстрее, на взлет. Отлично. Отплывай на сушу. А, черт, какое говно. 200 хии, значит, что-то готовится. Ну да. Это когда совмещают... А, это обсидиан, да, по-моему? Это обсидиан, по-моему. Да, он нашел портал. У тебя есть что-нибудь деревянное? У меня просто дерево закончилось. А что, для чего тебе? Тебе сделать щит. Быстрее. А, есть, смотри, вот, 3 бревна. Короче, бери, пригодится тебе, там хватит на все. Ну давай. Так,
Так, проклятие утраты, а вот это вот неплохо, ладненько. Черт, у меня слишком мало всего. Где эта суша уже нормальная? Зачем я это говорю вам? А, я вижу тот портал, который он залутал. Хотя, может, это не его портал, но можно будет залутать. Суша, он сказал, нормальная суша, значит... Не, я не буду лутать тот портал, это потеря времени. И золотого блока я там не вижу. Я устал бороздить океаны. Ух ты! А нет, подожди, тут два портала. Один под водой, другой на суше. И причем очень забавно так. Или так, что это? Ты отправишься к тот, на который там... Подожди. Вот. Здесь очень странная генерация. Как будто здесь что-то было. Что? А это заброшено, тут сундуки. И он здесь был, он здесь лутал. Да, какие он все залутал. Тут есть удочка на проклятие утраты. Я возьму. Буду его рыбачить потом. Да, один раз, правда. Ты в курсе, как проклятие утраты работает? Ну, после поим... Нет. Ну все, парень, ты дурак. Ребята, ну пока что вы довольно-таки далеко, меня это радует. Еще я дико переживаю. Так, ладненько, на это нет времени, просто бежим. Сейчас все, что мне нужно, это чуть-чуть дерева, вот так вот. Нашел сушу, значит. Они, в принципе, еще не так уж и близко, как могли бы быть, поэтому... Ну, у меня еще целых 3 заряда моей этой штуковины. Костюм называется, Райм, костюм. Так, вот это мне тоже надо, мне сюда обязательно надо... Да-да-да-да-да, вот так вот, все. Так, Джек, тихо, окей? Что тихо? Не важно. А, нет. Так он прям здесь! Нет! Давай, догоняй. Мы пришли с миром. Не получится. Опа, да ё-моё, опа. Да блин! Не трогай, курицу не трогай. Я вот одно не понимаю, если у него... Ага, понятно. А, он стал мелким. Я капец, стрелы огромные. Он резко стал маленьким. Да, градус застрелен, отлично! Чего? Он убил меня с одного удара? Они становятся сильнее. Джек, подбери мои, пожалуйста, инструменты. Подбирай быстрее. И кровати не было, поспать негде было. Блин, мне придется с самого начала. Так, ребят, у меня осталось всего лишь 2 заряда этой штуковины, и меня это совсем не радует. Совсем не радует. Боже мой, что это за огромное? Градус, зачем ты мне сказал сюда идти? Ты дурак! Отлично! Джек, надо подобрать! Быстрее! И расходимся! Убегай! Все, я подобрал хотя бы что-то. Джек умер. Отлично! Молодец, Джек! Тихо там. Я подберу все и убегу. Убегу и подберу. Все, подобрал, ушел. Пока они там разбираются с этими скелетами, у меня есть немножечко времени совсем. Чуть-чуть. Не правда? Вижу смысла его убивать до тех пор, пока он не закончится, ну, не закончится его костюм. Слишком уж имбалансно. А он его не будет просто так нажимать, если мы его не будем прессовать. Он ну, не, понятное дело, но именно так и трудно будет его убить. Конечно, нужно как-то попытаться. У меня есть инструменты, у меня есть щит. Держи, Джек, забирай. Так мне бы деревню. Где деревня все? Я не понимаю. Так, надеюсь, я хотя бы бегу в правильную сторону, потому что если нет, это будет смешно. У меня такое бывает. Блин, да где хотя бы одна деревня? Все охотники на монстра. Наташа, иди сюда, мы тебя сейчас спустим. Нет, на платформку. Наташа! Так ты же сам обычно и убиваешь. Неважно. Джек, можешь тогда в шахте покопаться, не знаю, броню себе найти? Нам бы кровати сделать из шерсти. Я, кстати, тоже себе сделал кровати, только вот непонятно для чего. Дракона будешь взрывать. В итоге ну сам да, взрывается. Если я до него дойду. Да, на самом деле я бы тебе многое сказал, если бы Райм нас не слышал. Че, ты за мной бежишь, да? А? Боба. Гаденыш, ты мне что-то сказал сейчас? Не-не-не-не-не, Джек, все хорошо. Сейчас я должен найти деревню, потому что я уже сколько бегу, ты, я не мог... Ты зациклился на деревне, это очень большая ошибка, тебе нужно двигаться дальше. Так, чтобы двигаться дальше, мне нужны и железо, и вот это вот все. Вот это переплавлять слабый, сейчас мне нет времени. Слабый, чувак оторвался от нас за километр и не может сосредоточиться на том, чтобы по чуть-чуть покопаться да, в парке. Да, градус сложно, тяжело, ты сам был в этой ситуации. Да, и поэтому я уже, поскольку не один раз был в этой ситуации, я теперь знаю, что нужно делать. Ребята, у меня есть кое-какая идея, и это безумие, потому что мне придется потратить одну капсулу свою, предпоследнюю. Ладно, была не была, и опа! Зарывается в шахту мелким. Нет, у меня есть идея получше. Мне просто нужно найти деревню. Офигеть! Мне нравится! Так я ее реально смогу быстро найти. Очень-очень баганный Майнкрафт, у меня почему-то стрелы пролетают сквозь лук, когда я блок ставлю. Охренеть, я реку перепрыгиваю просто с одного прыжка. А, он решил убежать от нас таким образом. Он уплыл. Да ё-моё. Опять придется лодочки делать и плавать. Да. Вот это уже неплохо. И монстры, по идее, мне сейчас не так страшны. Хотя, ну, не сказал бы. Градус прав, мне бы в шахту, черт. Но я не знаю, это плохая идея. Ладно, хорошо. Опа. О, скелет, иди в жопу. Я стал маленьким и слабым. Я понял тебя, ты сильный. Все, фух. Кстати, если увеличить корову, она будет давать больше мяса. Вряд ли это так работает. А сколько у тебя осталось использований костюма? Один. Два. Один. Честно, я не знаю, сколько
еще за ним бежать, поэтому просто хотя бы поразвиваться, что ли, стоит. Так, ну смотрите, ребят, после того, как я использую последний раз костюм, это ГГ, потому что мне придется его выкинуть. Вот. Ай! Ой-ой-ой-ой, это было больно. Не делаем так больше, не надо. Так, ладненько, вот, дай... Ну да. Из меня спидрайдер никудышный. Ты сам это сказал. Охренеть, а что тут столько железа? Мне это все надо. Он нашел железо, замечательно. Мне бы сразу поставить печку, чтобы не терять лишнее время, потому что вы все ближе и ближе. Ты любишь машинки, Райм? Да хватит со своими машинками, я даже не понимаю, что это значит. Так, ну слушайте, железа у меня уже довольно-таки немало. Главное, чтобы они его не сперли. Да иди ты в жопу, не страшно. Ладно, страшно. Как ты думаешь, залить тебя сначала лавой или обстрелять из лука? Выберу пойти в жопу. Тебе. Так, это мне надо. Это мне надо. И это мне надо. Отлично, отлично. В целом, я-то уже могу действительно отправляться потихонечку в ад. Главное, не просрать броню. Да ё-моё, чё за бред? Я не понимаю, почему этот скелет не пробивной? А самое главное, то, точнее, как он пробивает мой щит? Большой который? Обычный. А как так-то, а? Я ставлю щит, он не работает. Так. Я бегу по компасу. Плохая идея, Джек, очень плохая, не советую. Зарубить тебя масленка, идея всегда хорошая. Я нашел заброшенный портал! Он почти готов! Что? Тут сундук даже есть. Это мне, Градус, это же мне, да? Так, тут еще зачарованные штуки обсидиан. Я вижу тебя. Тут много штук, да, тут много вижу. Штук всего. Тут вообще... Ой, кто меня убивает? Кто меня убивает? Скелет? Рипер? Что это было? Ладно, я живой. Мобов, кстати, как-то не хватает. Градус, если увидишь овец, в любом случае убивай. Всех овец. Это очень важно, Градус. Еда лишняя не бывает. О, свинью вижу. Не, Градус, а я тебя не вижу. Я, наверное, сделаю зажигалку. Я, наверное, хочу найти лаву, которой нигде нету. О, вот это хорошо. Вот это хорошо. Вот это хорошо! Что его так могло обрадовать? Собаку нашел, все и захотелось. Шути свои шутки, шути. А кто шутил? Я иду за тобой по твоим пятам, дурак. Я, короче, приду, оболью тебя миской с грибами. А у меня костей много, я волчонка нашел. Волчонок, иди сюда. Раз, два. Еее, волчонок. Так, второй волчонок. Райм бы его съел, а ты приручишь. Раз, два. Два волчонка со мной. Друг человека. 3, 4. Нет, 2 волчонка со мной. Где найти лаву? Я не понимаю. Ну вот, все, Райм затупил. На этом игра, пожалуй, и закончится для него. Отлично, я как будто знал. Хорошо, что я чуть-чуть другое место не поставил. Он портал, кстати, строить, наверное, еще не умеет. Походу, да. Ну, я тоже не умею, так что я не буду выпендриваться. О, лава, нашел лаву. Он пытается строить. Нужно быстрее его искать, быстрее. Может, мы догоним. Но я не находил никакую деревню. А ты уже убежал из деревни, Раймушка? Нет, я все еще в ней. Я же идиот. Так. Теперь надо... Как же это делается? Ладно, попытаемся. Да нет! Что я надел? Знаешь, что, Грас, это реально... Вот смотри, что тут стоит. Я просто не хочу это вслух произносить. Это и есть наша победа. Мы в аду победим. Боже мой, да это очевидно, Джек. Я об этом думал еще как только мы... Но я понимаю, план... что Райму не хватит интеллекта дойти до ада. Это план Б, я считаю. А что так зомбяков много? Ты видишь, сколько зомбяков? Да. Нормально. Сейчас еду крафтим и идем. Ладно, давай, он до сих пор не сделал портал, который делается 10 секунд. Полезными вещами. Да я дебил или что? Ты до сих пор портал не смог открыть? Да я уже давно убежал, мне этот портал... Джек, у меня железо есть одно, можем тебе щит сделать. Я лучше найду портал сам. Найдешь портал? Ты имеешь в виду именно не строить самому, а найти портал? Да. Слушай, если бы он проходил спидран, он бы не прошел его. А так это так, это просто попытка. Подожди, я не понимаю, компас поменял направление или нет? Сейчас, ты видишь? Зачем ты вслух это говоришь? Я не понимаю. Надо дурачка включать, Джек. Лагает, я говорю, лагает. Чё ты притихла, малышка? Он, наверное, надеется на лучшее. И не надейся на быструю смерть. Хорошо. Я вижу тебя в портале, дружище. Погнали, Джек, погнали в портал. Быстрее. Чё у меня долго грузится ад? А чё такое? Как давно ты меня заметил? Давно. Иди. Беги. Ай, не работает. Опа. Похоронил себя. Ну всё. А что дальше? А ты его убил? Нет, я боюсь, потому что тебя нету. Я жду тебя. Ага, у него золотое яблоко, понятно. Давай я ему покажу всю силу Майнкрафта.
Что? Что? А, точно, я забыл, кровать же, кровать, точно. Так я тебе об этом... Чего? Что произошло? Я ничего не понял. Учись играть, сынок. Да, я что-то совсем забыл про кровать, я сразу... Что вы наделали? А у меня не было с собой кровати, я не взял. Так я тебе готов был дать, у меня 6 штук их с собой было. Ты профессионал. Ты молодец, Жак, ты молодец. Я не хотел полить. Выхри! Он не знал, что такое возможно. Да, он так уверенно шел на тебя, потому что ты без брони, ну, клоун. Вы понимаете же, что я прекрасно знал, что вы меня нашли, когда вы там про деревню... Конечно, да, конечно, мы шли дураки, ты что же молчал? Подожди, а вы... А почему так? Это по таймингу так совпало, что вы пошли на меня, когда я портал сделал? Да, ты очень долго его делал, ты очень долго его делал. Я его долго делал, я не мог, я камень получался, еще ж... Ладно, ребята, я нашел, да, уже неплохо. Это иди ты в жопу, Гранс, не надо мне... Всем спасибо за просмотр, если бы вы хотели продолжение чего-то подобного, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был я, Райм, утенок Джек и утенок Градус, всем удачи, всем пока!